24-е выходные дни, это имеется в виду суббота, воскресенье, в нашем городе проходит чемпионат города Борисполя по шахматам среди ветеранов. Возраст участников 55 лет и старше. Это называется поход на здоровый образ жизни. Шахматы – это моя жизнь. Начал я выступление свое в 68-м году и до сих пор продолжаю. Разные были успехи. И звуки, и, так сказать, и поражения, и обидные, и радостные. Ну, без них просто я не могу. Вот.